Все, начинаем. Смотрите, вот она, вот пляж. То есть вот пляж, да, вот он прямо, пляж. Это где-то первая, вторая... Нет, метров, Меньше 100 метров, привет всем. Меньше 100 метров, и вот, вот здесь вот уже, короче, дом. Где дом? Донде есть ля каса? Ази, номер 1. Первый дом. Ну, пошли посмотрим. Так, то есть вот эта улица, по которой мы идем, привет, эта улица, по которой мы идем, имеет только одно направление. Я сейчас буду просто переводить, ребят. Практически пеатонал. То есть нормально, это проходная улица, то есть здесь машины едут редко. Ездят редко. Привет. Entran el coche para parcar solamente. То есть для того, чтобы только парковать машины, в принципе. Ну так оно и есть. То есть вот если говорить по движению, то мы сейчас идем в центр. А вот смотрите, вот круг, поэтому не это, не проездная дорога. То есть вот за... Ага. Спасибо за сердечки. Вот здесь они дают, ну, как разворот. И вот уже пошла такая пешеходная дорога. То есть этот блок. А, вон тот третий этаж. Первый, ну, первый этаж как бы второй, да, по-нашему, а это третий вот повыше. Это пеатонал, aquí no hay ruido de coche. Здесь нет шума машин. Ну, то есть вот такой типичный андалусийский такой вот дворик. Ну, причем очень тихо здесь. Расположение пока хорошее. Пока то, что я вижу. Вот решеточки повесить. Подъезд чистенький. Опять же, да, надо обращать внимание, насколько чистые подъезды. Давайте посмотрим немножечко балкон, да? То, чтобы у нас не было дурацких видов. Вот с балкона как. Видно, да, солнце. Здесь очень важно, что солнце после обеда. Вот, то есть, значит, квартира будет теплая. Но, ребят, скажу вам, немножко пахнет сыростью. Так, между нами есть кондиционер. Такая вот ванна. Сейчас посмотрим. Ну, она действительно отремонтирована, все. Все такое достаточно чистенькое. Ребят, вы меня простите, как могу, так снимаю. То есть, все чистенько, вот чистенькие. Такие штучки. Это очень важно, потому что коридор. С 5-4 года была она отреставрирована. Sí, por eso yo pregunto, sí. Так, сейчас мы в окна посмотрим. В этом окне это выход вот в патио de la luz, как мы называем. То есть это в колодец. Ну вот такая, очень маленькие такие спаленки, но в принципе в них, видите, кровать входит. Мы говорим о стоимости квартиры без мебели. Sabes que es mueble está muy que nadie no va a pagar por este mueble. Si va a dejar bien, si no dejar nadie no va a dar. Eso pues. Ну он говорит, что мы можем говорить за цену. Смотрите, все комнаты выходят вот сюда. Вот такой вот, это называется patio de la luz, то есть это как бы вот такой вот, но это как бы, как он, колодец, да? Но об этом стоит посвятить отдельную лекцию, хорошо это или плохо, и как это все выглядит. Но во всяком случае у нас есть возможность увидеть это все. Мигель говорит, то есть, что о цене можно говорить. О цене можно торговаться. Я не вижу здесь, ребят, по сторонам ни одной, ну, плесени. То есть я вот внимательно заглядываю в углы. И даже, ну, еще раз, да, мы проходим. Да, все полы, кстати, ламинированы. Очень это странно. Вот сейчас мы говорили с агентом, что можно ли оставить мебель. Он говорит, что об этом можно договариваться. Я говорю, ты понимаешь, когда мы договариваемся, всегда идет разговор о деньгах. То есть мы оставим вам мебель, если вы заплатите за эту мебель. Я ему говорю, ты же понимаешь, что за эту мебель, которая здесь, никто ничего платить не будет. То есть хорошо, если она останется, но платить за нее как бы, ну, как хороший бонус, это хорошо.
но платить за это, ну зачем, ну как бы кому интересно. Тут остается все, то есть остается, естественно, плита, остается витрокерамика. В каком она состоянии? Ну, в общем, нормально. Это новая, походу, ну, такая не старая. Не пойму, чистая или не очень, но мебель очень чистая. Короче, вытяжка. Но, ребят, с целью сдачи в аренду, конечно, очень хорошо. Вот это бак водяной, кстати. Ну, обращаю внимание, он не очень большой. Знаете, здесь очень низкие потолки, то есть непривычные для нас. Очень низкие потолки, и вот они забирают, сразу говорят, что забирают холодильник. Поэтому, ну, в общем, как сказать, квартира, да, жилая, люди здесь живут. Она такая уютненькая, хорошенькая, ну, естественно, в кухне ничего не поставишь, это понятно. Но здесь, видите, сразу выход в салон, и вот стол стоит вот здесь. То есть, в принципе, подавать можно, воздух есть. Единственное, вот это вот окно, давайте, ага, еще раз закончим все-таки. Еще терраса, то есть вот она небольшая, небольшой такой балкончик, вот такой он небольшой, вот есть сушечка, то есть она так раздвигается, да, у меня тоже такая, кстати, висит, чтобы не захламлять балкон, вот, и, да, кстати, вот кто ремонтами занимается, посмотрите, видите, а, фотографируйте. Вот здесь вот так вот у нас чистый пол, ну, то есть хорошо, не надо ничего делать. И вот, конечно, вот такой вот вид. То есть это вид не на какие-то балконы, да, там где-то. То есть вот патио у соседнего дома, но оно очень в приличном состоянии. Для сдачи в аренду, да, то есть потрясающее, ну, как бы нормальное предложение по аренде.